Я самый плохой, я хуже тебя, я самый ненужный, я гадость, я дрянь, зато я умею летать. Девиз фестиваля «Самый плохой» солист группы «Сан-Экспресс» Алексей Психический повторяет как мантру. Выступать на этом фестивале для него не просто честь, это шанс поучаствовать в том, о чем он мечтал мальчишкой. А если есть какой-то культ, если должен быть какой-то культ, то «Самый плохой» достоин им быть, потому что в рамках «Самого плохого» происходило в Самаре все самое передовое, приезжали известные звезды там, и так далее. И как бы то ни было, какой бы ни был сегодня, сейчас, концерт в этом уходящем 16-м году, он ну хотя бы какой-то маленькой своей меточкой «Самого плохого» должен подтянуть, сплотить воедино, опять же, всех любителей рок-н-ролла. «Самый плохой» зародился в начале 90-х. Фестиваль имел огромный успех и поначалу проводился каждый год. Затем раз в несколько лет, а потом и вовсе затих. Последний раз возродить «Самого плохого» попытались в 2009-м, но с тех пор в течение 7 лет о «Самом плохом» никто не слышал. В разные годы на фестивале выступали «Чайф», «Вопли видоплясова», «Ленинград» и, конечно, самарские и тольяттинские группы. «Самый плохой» — это фестиваль со своим почерком. Он всегда был очень сильно отличавшимся от всех массовых мероприятий и тем, что ночной концерт, и тем, что очень свободолюбивый формат, и тем, что ну, все это реально тяжело и громко во многих случаях, а то, что кажется не тяжелым и достаточно тихим, на поверку оказывается еще более, в общем-то, оторванным и мрачным. В ночь с 10 на 11 декабря концерт продлится минимум до 5 утра, говорят организаторы. Особенность «Самого плохого» в том, что нет кавер-версий, это только своя авторская музыка. Так кто же из них самый плохой? Выяснять это будут 24 коллектива из Самары, Тольятти и других городов. Две ночи подряд зрителей ждет мощный, но мрачный рок и незабываемые эмоции, и небывалый драйв. 9 и 10 декабря 8-й по счету фестиваль соберет 1500 поклонников рок-музыки. На сцене выступят Гаврош, Федул Жадный, Твои друзья-полимеры, группа Хана и многие другие. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События.